Очередное вручение паспортов Сергиево-Посадскому отделению ЗАГС было решено приурочить ко Дню Конституции. Мы и сегодняшнюю церемонию вручения вам паспортов приурочили к этому государственному празднику. Конечно, это не случайно. С одной стороны, именно Конституция определяет, кто такой гражданин Российской Федерации, какой документ у него должен быть, закрепляет основные права, свободы, но и ответственность нас, как граждан России. С другой стороны, мы всегда стараемся очень ответственно подойти к этой церемонии, к этому мероприятию, стараемся создать максимально праздничную, торжественную обстановку для того, чтобы этот день остался надолго в вашей памяти. Главное управление ЗАГС Московской области проводит целую серию таких мероприятий совместно с муниципальными образованиями Московской области. И решите передать привет начальника главного управления Филатовой Елены Аристовны с этим большим праздником. Пожелать вам всего доброго. Учитесь хорошо, чтобы родители вас не ругали. Всего доброго. Гости, дорогие родители, от лица уполномоченного по правам человека Московской области, разрешите поздравить вас сегодня с двумя такими большими праздниками, с Днем Конституции и с вручением вашим детям основного юридического документа, это паспорт. И так как это положено по Конституции, по нашему законодательству, уже в 14 лет вы получаете основной документ. С этим основным документом вы получаете обязанности и права. В последние годы российский паспорт на международной арене очень сильно укрепился. И я хочу вам пожелать, чтобы когда вы будете идти по жизни, когда будете работать, творить, с вашей помощью российский паспорт на международной арене только укреплялся. Не забывайте свою малую родину, действуйте на благо России. С праздником вас! Сегодняшнее наше мероприятие организовано Сергиево-Посадским управлением ЗАГС и нашим отделом по вопросам миграции МВД России. Вот. Сегодняшнее мероприятие мы проводим в преддверии Дня Конституции, потому что это очень памятная дата для нашей Родины. Я думаю, что детям в этот торжественный день будет очень приятно получить паспорта. Особенно, смотря сегодня на лица и детей, и родителей, я вижу, что даже родителям больше нравится это мероприятие, чем детям. Детям, конечно, это приятно. Может быть, они еще не осознают всю торжественность этого мероприятия. А вот глядя на родителей, я вижу улыбки, я вижу радость в глазах и гордость за своих детей. Мы хотим сказать огромное спасибо Сергиево-Посадскому управлению ЗАГС за помощь в организации этого мероприятия, потому что это очень красивое заведение. Здесь очень приятно проводить такие мероприятия. И мы надеемся, что в последующем мы будем также с ними сотрудничать и организовывать более масштабные мероприятия. Осознание того, что получение паспорта – это очень важное и значимое событие в жизни, судя по всему, у подростков есть. И они готовы с гордостью нести почетное звание гражданина Российской Федерации. Это для меня большая ответственность. Я становлюсь с получением паспорта старше, беру на себя некие обязанности, которые я должна выполнять. Мне было приятно очень то, что меня пригласили на это событие, то, что так совпало, то, что с Днем Конституции. Я горд этим. Владимир Новоселов, Владимир Жданкин, День города.